Всем привет, дорогие друзья! Обычно ближе к концу года я делаю ролики про самые большие зашквары в спортивной или околоспортивной тусовке, которые, собственно, произошли за последние годы. Сегодня же, не изменяя традициям, мы разберем самые зашкварные, позорные и трешовые бои этого года. Будет весело и интересно, погнали! Дацик Емельяненко. Да, так как именно Бухарь является самым популярным персонажем на этом канале, то начнем именно с его боя, ведь для него это был настоящий позор. Сложно представить более жесткое падение на дно, чем то, которое мы наблюдали в этом бою. 13 секунд игр в неваляшку, и Бухарь пролетел над гнездом кукушки. Такого посмешища никто себе представить даже не мог. Я смотрю на, сейчас на молодежь, вот, я бы тоже подрался бы с 18-летними. Мне 18 лет. За месяц он не успеет восстановиться, набрать. Вот, и выйти против меня, достойно показал бой. Я взвинчу темп и возьму его голыми руками. Я в порядке, я хорошо дышу, я отлично бегаю, я хорошо, у меня летят руки, я отлично стою на мешке. Форму я набрал отлично. Вот, сейчас буду бить народ и радовать вас своими победами. Не знаю, куда он на меня прыгает. Я вам хочу сказать, и это жирные рыжие обезьяне, передайте там, я не знаю, там, собака с муромских лесов. Пусть готовится, вот, этот бой состоится, этот бой будет. Вот, я его побью, вот, отправлю спать эту жирную падлу. Зато сколько было хвальбы перед самим боем. Собственно, это все свойственно подобным индивидам, которые часто бухают. Он за последнее время уже всех победил, правда, только на словах, а в итоге главный бой с зеленым змеем уже давно проиграл. Но самое печальное, что у него нет осознания своей никчемности, и Похмельяненко до сих пор считает себя крутым бойцом. Пускай считает, а мы будем и дальше с него угорать. Пулеметчик Тарасов, еще одно гениальное противостояние, которая больше похожа на босса качалки с известного фильма «Са». Эти двое гачи-бойцов боролись, не покладая сил, и выскочка «Циклоп» смог уделать пулеметчика, который в узких кругах получил погоняло «Солеметчик» за его пристрастие к употреблению солей. Ну а также его называют «Жопоподометчик» и «Капометчик», за то, что обычно его бои с собой представляют падение на жопу и выплевывание капы. Все делает для того, чтобы не участвовать в бою. Такой вот халявщик получается. Топор Новоселов. Битва двух бойцов-холодцов, в которой после невидимого удара пузом топор резко забыл все свои навыки и буквально лег моментально, из-за чего стал настоящим посмешищем. Но то, что произошло после самого боя, навсегда испортило репутацию топора. Он пообещал наказать своего тренера и таки его наказал, и накатал на него заявление в ментовку. Это мой личный с ним вопрос, личный с ним. И мы его как мужчины будем решать. Я его буду решать. Мое имя задето. Мое дело чести, это мое имя. Я этого так не оставлю, я по-любому его накажу. По всем фронтам накажу так, что он это запомнит, он меня запомнит на всю жизнь. Я ему буду сниться просто в страшных снах. Тренер, напомню, навешал ему люлей за слитый бой и обвинил в том, что тот специально таким образом поддавался своему сопернику и срубил немало денег. После, что бы он не пробовал делать, получалось только сделать себе хуже. И все последующие бои были такими же днищенскими, как тот с Новоселовым. И было видно, что он специально сливает все своим соперникам и зарабатывает таким образом. Ну а то, что во что он превратился за последнее время, этот топорик, вы можете глянуть в моем недавнем видео. Это такой стыд, просто нет слов. И сопернику тоже жизнь воздала по заслугам. Теперь в очередной раз будет кукарекать на зоне. Собственно, там любят таких вот фигуристых мальчиков. Пограничник Корней Тарасов, известный блогер и разоблачитель, который пару лет назад утопил свою репутацию из-за рекламы Лохотрона. И теперь таким образом он решил ее отбелить. И должен вам сказать, у него относительно успешно вышло сделать все это, ведь все любят, как братцы дегенерации Тарасовы получают по кабине. И естественно, что Бухарь и нарколыга Корней не имел против своего соперника никаких шансов и постоянно падал на жопу при любом удобном случае. Суммарно на жопе он просидел гораздо больше времени, чем простоял на ногах в этом бою. Но ничего не помешало ему кричать, что он самый лучший в мире боец, и бой несправедливо остановили. Так бы он обязательно выиграл. Соответствующий жест.
Гоген Солнцев и Александра Пискун. Известный фрик был приглашен на Epic Fight, чтобы устроить там трэш, и трэша вышло просто какое-то запредельное количество. Он мужественно сражался против своей соперницы, а потом также мужественно решил слинять с боя. Потом также мужественно вернулся и мужественно позвал подмогу в виде боевых бабушек, которые должны были ему помочь выиграть тут. Потом еще напал на своего давнего врага Стаса Борецкого. Но вот только все происходящее выглядело максимально нелепо и наиграно, а того еще смешнее. Лев Против и Нарик Симонян. Вообще, такой боец, как Лев Против, он же Михаил Лазутин, прославился тем, что отбирал бутылки в парке у алкашей. Для того, чтобы врагу они не достались, он сам выпивал топливо, из-за чего его котелок стал размером с цистерну, в которой помещается двойня или тройня. В итоге такая комплекция не позволила ему выиграть ни один бой. Еще бы, драться беременным и без толпы — это, согласитесь, непосильная задачка. Да еще и не против алкашей с бутылкой, а тех, кто может навалять сильно. Зато Лазутин в предыдущих боях достойно держался, как для беременного. Но вот против этого шутника он ничего сделать так и не смог. Да, кстати, его соперник является стендап-комиком, и он до этого особо боями не занимался, и спортом тоже. Но ему хватило всего пару секунд, чтобы сложить Лазутина в ту же позу, в которой обычно пребывают алкаши из его видео. По скорости с ним может только посоревноваться Александр 13 секунд Похмельяненко. Тот настоящий профи в своем деле и действует быстрее, чем кролики. Бой трех жиробасов. Фаркадыч и Гриша Полное ТВ против бойца под псевдонимом Т-34. А вот это мой любимый бой. В нем сошлись три жиробаса и пытались затолкать друг друга салом. И в процессе обмазали им всю клетку, после чего пришлось еще несколько дней отмывать все это. И ходят слухи, что полностью до сих пор так и не отмыли. В итоге жиротанк Т-34 смог опрокинуть других жиробасов и получил заслуженное звание жиробас года, которое ему вполне подстать. Но остальные хрюндели тоже остались довольными, ведь им нехило заплатили за всю эту клоунаду, и можно и дальше поглощать пельмени с мазиком и запивать все это Балтикой девяткой, продолжать деградировать, параллельно выходя на такие вот трэш-бои. Иришка Чики-Пики и Елена Беркова. Алка-львица с самого дна против актрисы, которая успела порадовать многих мужиков своими фильмами, и, наверное, многие до сих пор радуются, смотря их. Иришка до начала боя вела себя как настоящее быдло, неоднократно оскорбляла свою соперницу и говорила, что ее порвет. Челюсть сломаю, да и все. Нормально газует, посмотрим, да? На ринге. Да я уже показала, она не будет вставать. Давай. Не-не, не буду. Ну иди, я тебе просто раз на... Но по факту вышло совсем наоборот, и синий эликсир совсем не добавил ей сил, из-за чего та позорно проиграла. Но даже после боя она продолжила нести чушь и изображать из себя такую жесткую и опасную. Вот такие вот у нас бои в этом году. Может, немного и поторопился с выпуском видео, все-таки год еще не закончился. И кто знает, какой трэш нам подкинут эти вот бойцы. Ставь лайкос под видос, если тебя не утомил мой мерзкий голос. И ты не устал слушать шутки про жиробасов, алкашей и горючку. Горючка со смесью. До новых встреч. Увидимся.